Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Значит, по просьбе подписчика Истина, повторяем вот что тут от 7 августа тут я показывал. Значит, 4 лампочки. Четыре лампочки по 40 ватт, вот они, эти, через, соединенно последовательно, не параллельно, через стартер. Получается, видите, у нас расхода нет, вперед-назад идет. Лампочки горят, почти не затыхают. То есть спрашивал этот человек, подписывается он как Истина где-то рядом, что у него это не выходит. Вот еще раз показываю, у меня, видишь, все выходит. Вот стартер на 230 вольт обыкновенный для светодиодных ламп. За счет импульсов стартера получаем импульс, и ток у нас берется и возвращается. Берется и возвращается. Четыре лампочки по 40, вот они. По 40 ватт. Вот. Раз, два, три, четыре. За счет этого, за счет отката импульсами, ток возвращается назад. И разбора, видите, разбора нету. И видно, что вперед и назад. Вперед-назад. Четыре, еще раз, четыре лампочки по 40 ватт под старину. Вот такие надо лампочки узкие. Стартер и сеть. Все, больше ничего. Спасибо за внимание. Всем удачи и здоровья.